Здрасте. Добрый день. Добрый. Так, видите, я вернул свою лошадь. Прекрасно. Это редкость нынче, когда воруют лошадей, и удается вернуть. Да, я сам шокирован. Вчера вы говорили, вам понадобится какая-то помощь с лошадьми, но мы так и не съездили. Да. Давайте, наверное... Сейчас с этим займемся. Отведем их так. Пешком. Вот здесь лошадь, дадите сюда. Здесь, да? Да. Возьмете ее, поведем. А я вторую возьму. Нет, давайте вот эту вот надо подковать. Она без седла? Да. Поведем, я же говорю. Тише, тише. Недалеко, если что, идти. Хорошо, как скажете. Стой здесь. Секундочку, я возьму деньги. Водилы, да. Блядь, не с той лавки взяла. Эх, ты ладно, что я потом подсчитаю. Пойдем. Да, боже мой, нахер. Пойдемте. На дорогу на правую сторону. Можем здесь срезать. Все-таки не на повозке. Как же так получилось, что вам лошадь вернули? Это же шерифы нашли? Я не знаю. Сказали, какие-то господа ее привели в город, у какого-то мужика отбили. Ну, это прям везение у вас. Да, замечательно. Здесь налево? А? Здесь налево? Да.
Наконец, не знаю. А шерифы сказали, будут искать Конокрада или нет? Я описал их полностью, скоро займутся. Я написал заявление, все как положено. Ну, будем надеяться, что они и правда займутся. Ну да, учитывая, что это было возле вашей фермы, буквально... Ой, знаете, что возле моей фермы много чего происходит, но... Ищу так себе их. Ну, я надеюсь, этих найдут и накажут. А кто же избил вас? Они? Ну, я когда слез с лошади, они меня ударили по носу. Боже, какой кошмар. Вам повезло, что вас живых оставили. Вот их интересовала лошадь, а я послушно выполнил все, что мне сказали, поэтому я и жив. Кстати, вчера мистера Пи не видели? Кто такой мистер Пи? Банкир. Я даже не знаю, как он выглядит. Ну ладно. А вы раньше чем занимались? Да я фермами занимался. Лошадьми иногда, если нужно было, скот перегонял. Ну, потихоньку вот так. Угу. Я понимаю, что я совсем не похож на фермера, ну и... Чего я занимаюсь этим совсем недавно. Ну, просто мистер Картер заметил, что у меня нет характерных мозолей на руках. Какой внимательный мистер Картер. Может, вы работали в перчатках? Может быть, я ему говорил. Бля, сейчас, Серёж. Дойдём до этих, я тебе дам. Модерку. Так, а мы сейчас приведём лошадей под кают и назад? Да. Прогуляетесь лошадью за доллар. Я романтика. Думаю, за что? За прогулку? Ну да. Серёга. Попал ты, Серега, попал. Все, надо землячка свергать.
А что насчет семьи? Ну, в общем-то, отец умер, и я отправился, так сказать, путешествовать по штату, работать где смогу. Братья, сестры. Нет, не было никого. Как же вас мама отпустила одного единственного ребенка? Я как-то ее не спросил. Эгоистично. Возможно. Ну а жена, дети? Нет. У меня нету ни постоянного дома, ни каких-то стремлений к этому, поэтому жена мне тоже пока не нужна. Ты что? По-моему, на вас только что возмущался олень. Да, это было агрессивное нападение дикой природы. Нескромный вопрос, а сколько вам лет? Мне Ну да. 28. 28. А вам? Секрет. Чуть больше А какого? 18. Чем больше 18, а насколько больше? Но достаточно. Ну, я думаю, года на 2-3. Пусть будет так, мне нравится. А, в общем, да, чего я хотела спросить-то? Да. Блин, уже забыла. Он чуть дальше. Да. Вот здесь. Добрый день. Да, как обещала, Здравствуйте. еще двух лошадей привела. Нет, сегодня не четверых, а двоих. Ага. Я потом вам еще одну приведу. Да, я помню, где привязывать сейчас. К забору привязывайте. Там уже мастер сам все сделает. Две лошади, да, я сразу вам здесь деньги оставлю. Мои деньги до сих пор здесь лежат. Слушайте, я такие цифры с центами выписываю, что главное мне потом как-то так доллары не выписывать, столько нулей. Подождем здесь, пока он подкует. Да, конечно, давайте подождем. А что это за порода, которую я вел? Теннисистка. Понравилось? Да нет. Курите? А, нет. Саша, поздравляю, закурю. Да, курить.
Значит, вам 28, у вас ни семьи, ни постоянного места жительства. Все верно. А что дальше? Не знаю, буду скитаться. Ну, возраст – дело такое. Чуть старше начнете болеть, будете один, за вами даже никто не присмотрит. Не задумывались над этим? Я часто думал над этим, но пока что я не могу остановиться. Может, просто вы не нашли ту самую, которая вас остановит? Что ж, не буду лукавить, я даже никогда не встречал такую. Не задумывались, почему? Ну, потому что я веду довольно праздный образ жизни, и все деньги, которые зарабатываю, я пытаюсь потратить на себя. Да. Я эгоист, как вы и сказали. Но не совсем так. Да. Ну да, возможно, вы и правы. Я эгоистичен. Все мы эгоистичны в какой-то мере. Ну нет, ну не вы, у вас целая ферма, у вас много работников, вы делитесь деньгами с людьми, поэтому вы не эгоистичны. Нет, я не делюсь, я им плачу за работу, просто так я деньги не даю. А зачем вам нужен был мистер Пи? А, интересовалась, у него же счета открываются, все такое, кредиты. Что? Ну? Что? Стало интересно, когда он там приедет. Просто всякие мысли бывают. Находит он все-таки частный банк, не государственный. И я вот думаю, а что если положить деньги на счет, а он потом просто раз и уедет? Кто будет страховать? Закон? Не знаю, сомневаюсь. Вроде бы как должен быть договор, если не ошибаюсь. С частным банком? Я сомневаюсь, что у него где-то есть еще филиал. Возможно, я слишком недоверчивая. Да, что я могу знать? Я же простой фермер. Так что не слушайте меня. Так, а значит, вы тут родились, да? Да. А где ваш муж? А, ой, господи, нет, родилась я не здесь. Я в другом городе родилась. Даже не в городе, даже, в общем, далеко за городом родилась. А муж? Ну, мужа моего убили. Одинокая вдова я. Так, а на чем остановились, простите? Спасибо, фрунзалочка. На чем? На то, что ваш муж. Да. А при каких обстоятельствах? Пытался спасти индейцев от военных. Индейцев в наше-то время от военных? Да. Но это было 2 года назад, где-то так. Он просто к нам на ферму пришла группа индейцев, человек 9-10. Они спасались от военных, которые пытались их отправить в резервации. Мой муж решил их спрятать в сарае. А, видимо, ваш муж добрый человек. Загубил. Нет, он просто очень добрый человек. А вам видней? Месье Картер тоже добрый человек. И что? А вы на него совсем внимания не обращаете. Он, кстати, довольно интересуется вами много. Ну, это хорошо, что интересуется. Мной достаточно много кто интересуется.
по разным причинам. Ну, не скажите, месье Картер довольно... Месье? Действительно много. Даже так. Угу. Ну, или сэр Картер, как вам будет удобнее. Мистер Картер. А зачем вы мне мистера Картера так рекламируете? Ну, потому что это достойный человек, на мой взгляд. А вы недостойный? Что насчет вас? Вы выглядите довольно крупным, приятным мужчиной. Достаточно симпатичным, да. Что если вы мне нравитесь больше, чем он? Хотя одинаково вы в чем-то похожи. Оба ищете приключений, оба без работы. Я не ищу никаких приключений. Хотя вы, кстати, более склонны к работе. Поэтому если бы я выбирала между мистером Картером и вами, я бы, наверное, выбрала вас. Что вы мне на это скажете? Я скажу, что я не рассматриваю такой вариант. Вот, вы получили мой ответ. То есть вы не рассматриваете мистера Картера? Совсем? Нет, я не рассматриваю мистера Картера. Что ж, я думаю, вам стоит ему об этом сказать, чтобы он, чтобы бедняга не мучился. Кстати, это вы его заставили мучиться. Это не я, он Почему? Просто... Почему? Это вы его привели, чтобы он краснел передо мной. А что? Все, спасибо большое. Все, закончили? Да. Да-да-да, что... я вам привигоню потом еще одну лошадь, но я не знаю, сегодня или завтра. Да, спасибо большое, всего хорошего. Пойдемте. Тогда, мистер Картер. Да, прекрасный человек. Прекрасный я уверен, человек. Он будет замечательным семьянином. Лучше бы вы, знаете, беспокоились о своей репутации, чем о репутации другого человека. А что, своя репутация не так? Я всего пару дней в городе. Она, я думаю, не слишком высока. Так вот, дело в том, что вы как-то лучше бы себя так женщинам пытались... У меня с женщинами все в порядке. ...демонстрировать, как мне этого мистера Картера предлагаете. Я вам не предлагаю. А что вы делаете? Просто помогаю хорошему человеку. А я вам чем навредила? А вы мне ничем не навредили. Ну так. Просто мистеру Картеру нужно дать твердый отказ, если что-то пошло, если вы никак не хотите быть. Давайте, с ним связаны, да, потому давайте. Что он, я ему откажу. Он питает иллюзии. Это что? Угу, это, кстати, да, я заметила. Секундочку. Сейчас. Да, блядь! Сука, я только ее хотела, чтобы она, блин, не шла с этой стороны. Да. Мразь. Нет, беда, иди с этой стороны. Пойдемте. А то стемнеет сейчас. Да уж, ночью возле вашей фермы лучше не появляться одному. Угу. А вы не думали, наверное, на себе охрану? Не знаю, посетите себе кого-нибудь. Где она? Она там, где надо. Ну, я так и понял. Ладно. Не хотите говорить, где? Хорошо, мне надо. А вдруг вы собираетесь меня ограбить? Я буду вам говорить, где моя охрана? Разве я похож на грабителя? А я разве похожа на женщину, которая может выстрелить вам в голову? Ну, совершенно не похожа. Вот. Сколько у нас общего с вами?
Ну, из общего у нас только кони сейчас. Нет, нет, кони это мои. Я имею в виду, что мы их ведем просто. Конь, это ваши. Пока вы их не продадите. Это да. Одного из этих скоро заберут. А что вам конкретно не нравится, мистер Картер? Мисс Флетчер? Зачем вам это? Я все-таки просто хочу, чтобы у него все было в порядке. Почему вы не хотите, чтобы у вас все было в порядке? Так, у меня все в порядке. Ну, а вдруг и у него все в порядке? Ну, сомневаюсь, тем что я более, ей мистер скажу. Картер, я думаю, мальчик взрослый. Сколько ему? Я как-то не удосужился спросить за это время. Ну вот, я думаю, он сам может разобраться и все узнать. Привет. А вы, если хотите помочь другу, то вы должны ему сказать, чтобы он сам решал все свои вопросы. А то вы все у меня спрашиваете, а он ничего не делает. Извините, если все-таки он найдет свою даму сердца, которая ему не откажет, вы во всем ему будете помогать. Даже в Нет. постели будете ему говорить, что и как сделать. Может быть, вместо него будете в постели помогать? Нет уж, спасибо. Ну а чего вы? Рассмотрите такой вариант. Вы же хотите, чтобы у него все было хорошо. Вдруг он в постели не очень, а вы прям прекрасный человек в этом. Отличный. Ну, пока никто не Отличный жаловался. партнер, да. Поэтому, глядишь, чтобы у него все было хорошо, и в постели ему помогаете. Взаимовыгодная помощь. Я смотрю, у него все хорошо, и вам перепадает. Какой бесцеремонный вариант. Бесцеремонный, да. Но я пришла к такому выводу, общаясь с вами сейчас. Потому что вы за мистера Картера больше говорите, чем мистер Картер о себе. Как вы Ну, хотите, чтобы он привлек мое внимание? Через вас, что ли? просто готовлю почву. Готовите почву? А может, вы готовите почву для себя? Может быть, но мы этого пока не узнаем. А, ну тогда посмотрим. Любопытно будет понаблюдать за этим. Не утерла, размазала, да? Тогда мы договорились. Вы сегодня скажете Картеру, ну, в общем, все скажете. Если он придет ко мне спрашивать что-то, я ему скажу. Пойдемте на Я срез. думаю, если вы его увидите, это тоже будет лишним, если вы скажете.
Как хорошо, что до темна успели. Сегодня мы договорились с одним из наших работников, что мы будем работать через день. Он должен сегодня... Я забыл, как его зовут. Поняла, поняла. Хорошо. Так что, если нафиг больше не нужен, я поеду по своим делам. Не вопрос. Хорошо. Хватит кипишевать. Ну, вроде бы все. Заплатить. Да, простите, что в центах. Думаю, не быстро. Я уже привык. Так что ж, спасибо. Аккуратней по пути в город. Темно. Хорошо, я постараюсь. И может вас сопроводить в город или вы сами доберетесь? Не, я доберусь. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Так. Ща, ребят, я отойду на минутку.
Так, все, я здесь, ребят. Кто ко мне припиздовал? Мисс Флетчер. Привет. Здрасте, я к вам за лошадью. Ага. Хотел узнать, она готова, не готова? Готова. Да? Здорово. Да. Седло есть? С собой нету. Ну, а вообще есть? Просто если что, у меня есть седло по $3. Да я хотел... если есть, то давайте тогда у вас возьму. Ну, хорошо. Ё-моё, вот это ливень. Да. Может, подождем дождь в доме? Пошли, может, дождь подождем в доме? Да, давайте. Это уже начинает постепенно холодать. Я куртку забыл. Как вы вообще? Нормально. Я так понял, вы теперь пытаетесь обезопасить себя на ранчо. Да, да. Неприятных гостей всегда с оружием доходите. Да, это да. Да, блять. Так, я тебя купчу сейчас заполню. Ага. Блядь, нам надо клеймить лошадей, кстати. Как там мама? Как у вас дела вообще? Ну, мама не сказал бы, что хорошо себя чувствует. Компресс ей утром делал, она вроде как спала. Вот, я решил взяться за работу, пока ночь, вот решил к вам прийти. А то потом днем меня замордуют с этим... с лечением. Чаще именно днем почему-то приходит, чем ночью.
сейчас, еще раз. Просто негде это вписывать, поэтому я вписываю туда. Так. Спасибо за... Интересно вообще. Ник. Так. Так. Возьми, пожалуйста, напиши кличку в разделе кличка и владелец. Это мне... Ага. На кого? На маму, на тебя. Понял, понял. У тебя ручка и купча. Спасибо. Землячок мог двери открывать. Так, мне нужно отсюда отделить 4 и разделить 5. Положить сюда, потому что я отсюда деньги взяла на расчет. Привет. Так, вот. Неправда? Держите. Ладно. Отдает. Вы же мне предоплаты не делали, да, никакой, по-моему? Что-то я не помню. Но дверь реально крипово открылась. Правильно, все заполнил. Так, сейчас посмотрю. Муклок. Да, все верно. Угу. Забирай. Так, сколько в итоге с меня вместе с седлом? Так, вместе с седлом получается 68. Да. Сейчас читаю. Вообще-то мы здесь всю святой водой уже окропили, блядь. Отче наш прочитали. И... Пишите. Так, ага. Мы здесь уже все сделали. Вообще-то. Так что... Так. Пойдем. Пойдемте. О, дождь кончился, как угу. Раз. А ты его, кстати, читала? Или... Успокоили вас, кстати говоря, то в последнее время никто? Нет. Ну, как? Мне тут жениха пытаются навязать. Да, и кто этот счастливчик? Счастливчик, мне наоборот его жалко. Мистер Картер. Картер? Да, именно он. А так, он смотри, седло вон да. Там. Да. Так, а ну, там, погоди. Где? Кто, сука, здесь ездит? Кто едет? Седло вон под навесом. Видишь, вон навес? Ага. Вот там ага, выберу вижу. Себе седло. Они, конечно, все такие самые обычные, но разные формы есть. Хорошо. Угу. Сейчас тогда возьму. Тогда давай по-быстрому. Так, надо считать, сколько мы сёдел. Так, вот. Сука, вон, блядь, кто-то у нас тут ходит из этих. Земляк, ты тут летаешь у меня?
Накидывай седло. Да поедем. Шиза называется, да. Слушайте, поживите здесь, блин, поживите. Угу. Да. Все светлый месяц жил. Так. Молоко перенесу пока. Это этот поехал, мне показалось, которого лошадь угнали. Слушай, вообще, ну, типа, я как бы отыгрываю, что основной склад вот здесь молоко. Я его вот сейчас убираю просто тупо из-за того, чтобы, блядь, заспавнилось следующим. А так у меня, ну, здесь склад получается с молоком. Я думала, мне где-то здесь и поставят склад. Но мне не поставили здесь склад. Алис, прекрати! Сейчас, секунду. Угу. Не, Серега, ты красавчик. Ты молодец. Это я все. Вот это вот. Ну и лошади. Давайте. Сегодня день дымки у нас. Сегодня можно покататься на дымке. Говорю Майклу, давай по-быстрому, блядь, и в итоге сама тяну тут резину. Ой, Майклу, слушайте, я вообще вспомнила Майкл, прикиньте, еще и вспомнила кличку, ой, имя. Поехали. Сейчас двери проверю. А где мама? А это дымка? Дымка, да. Я уже успел запомнить. Ну вот. Теперь и у меня есть лошадка. Да. Муклок. Интересная кличка. Ну да. Да я все думал, как назвать. Говорю, ну, если уж она была бы темно-синяя, то может быть какой-нибудь сапфир или около того, или не
знаю, лазурь, ну, это ближе к девочкам, мне кажется. А муклок, это как, не знаю, то, что, ну, клок по часам. Долго я его ждал, поэтому вот. Вот, поэтому муклок вышел. Мохмайк он называет, да. И со звездочкой он еще. Угу. Как раз обрадую маму новым членом в семье. Точнее, членом семьи. Но как вы вообще сами относитесь к Картеру? О, господи. Ты как? К обычному человеку. Ну, знаете, он к нам недавно... Нет, у меня не лежит к нему сердце. Не, он к нам приходил, просил яд. Яд? Ну, да, отраву, чтобы насолить Фреймсу. Я не знаю, кто такой Фреймс. Это с Перишем ходит. А-а-а. Да. Любопытно. Что-то они там не поделили, вот. То там драки между ними были, вот. И он решил ему отраву дать. Угрозу жизни. Мы предупредили уже шерифа на этот счет. И этого человека пытается мне засватать? Очень интересно. Ну, то, что он неадекватный, это верно. Спасибо, что сказал. Ну, тут врачом не надо быть, чтобы понять, какие умыслы у человека. Ну, он так открыто взял и сказал, что он хочет кого-то... Да, 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 да. Извините, калоши. Не очень понимаю таких людей. Если честно. А он и мама. Привет, мам. Правильно, долби этих собак. Хитрый план, да. И все наследство оставить себе. Ой, оружие. Добрый вечер, мисс Нэш. Добрый вечер, миссис Флэш. Так, ваши дела? Как вы себя чувствуете? Да, немного получше. Но у вас там как, все спокойно? Ну, да. Пока что да. У меня там у человека тоже недалеко угнали лошадь. Серьезно? Да, но что самое забавное, на редкость, эту лошадь нашли. Удивительно. Угу. То есть Конократ как бы не доехал, что ли? Да, успешно провалил. Нет, просто свою задачу. У Конокрада сбили лошадь, можно так сказать. А? Конокрада хоть схватили? Нет. Поразительно. Лошадь нашли, а ездока нет. Это как? Это как лошадь нашли, а ездока нет? Она то ли... Я не знаю, слушайте. Ну, какие-то люди нашли лошадь и пригнали ее. Mm-hmm. Угу. Да уж, поразительно.
Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Слушай, там какая-то стрельба. Где? Где? Ну, он где-то там слева. Я ничего не слышала. Несколько выстрелов было, где-то около 4, что ли. Это не наше дело, Рон. И вон кто-то бежит, но... Это, у меня закончилось лекарство. А, да, сейчас. Рон, твой выход. Я вам деньги сегодня дам, но чуть позже. Миссис Флетчер, найду. Ага, спасибо. Мне, правда, мистер Хадсон дал какой-то отвар. Какой он дал еще отвар? Откуда он? Сэр, там какая-то стрельба была, говорят. Где? Вон там, да, слева. Слева? Выстрела 4 слышно было, да. Черт возьми. И с той стороны бежал человек. Вон, где-то вроде вот как к салону побежал. Пошел куда-то. Зовут дом? Да, зачем? Ну, господи, на... Да, да, конечно. На кой черт мне такие проблемы? Господи, помилуй. Бедолага. Вы слышали стрельбу слева? Да слева нет, мы в салоне были. Ну, туда шериф побежал, говорит, там стрельба была. Вернее, ну, мы слышали стрельбу там. Со стороны Сен-Дени. А он там кто-то бегает. Эх, странно это все дело. Блять, серьезно, правда, ребят, да. Странно. Ну, правда, никто ничего не... Жаль. Но это не наша проблема. Серега, надо идти на шерифов. Прям вот, прям таких вот. Вот кто выебывается, тоже типа, блядь. Слишком умный, иди в шерифу, покажи, как надо. Не хочешь, пасть закрой, блядь, сиди молча. Ну, типа такого. Миссис Флетчер? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я сегодня у вас тружусь. Да, я помню. Угу. Ага. Как только расцветет, я отправлюсь к вам на ферму. Хорошо, только аккуратно. Ага, хорошо. А у вас есть дела в городе? Пока нет. Я просто к тому, что если у вас с рассветом дело не появится, может, вы меня отвезете? Буду еще признателен. Посмотрим. Хорошо. Вот. Вы не видели преподобного? Нет. Сегодня нет. Ясно. Ладно, спасибо. Oh,
Что-то вы грустная. Да, просто не совсем хорошо себя чувствую. О. Так, может, тогда вам отдыхать? Да я уже отдыхалась. Тут уже надо совесть иметь. У вас тут мистер Хадсон спрашивал каждый день, искал. Как у вас дела с ним? Ну, давай, давай. Да вот как-то... Ну, давай, скажи. Давай. Знаете, делаем вид, что не знаем друг друга. Да, на коленях сидит. Почему? Добрый вечер. Какие люди, да. Здравствуйте. Добрый вечер. Как ваши дела? Когда аукцион? Говорите. Вам негде деньги потратить? Да. Ну, можно так сказать. В пятницу все хорошо, это получается вторник. Сегодня понедельник. Вторник, что-то там среда. Да, пятница вообще нормальная. Ага. Да. Тут где-то выстрелы были. Да, ну Сандрии. А что, на ферме тихо, нормально? Я проезжаю вроде периодически. Как тихо было. Угу. Все да. Хорошо, значит. А, кстати, а где, по кстати, поводу того, что этот, вчера коня там дернули у одного, как я понял, да. Ваших работников. Ну, как парень только устроился ко мне. Но у него не прям на ферме украли, а я, как поняла, рядом с фермой. Вот, но чудом лошадь нашлась. Ее люди какие-то нашли. А, да? Вот вообще замечательно. А вы скажите по поводу аукциона, где он будет проходить хотя бы? Здесь, скорее всего, в городе. Понял, ну, тогда правильно что. Все, ладно, до встречи. До встречи. Да, до встречи. Хорошего вечера. Миссис Флетчер, не хотите прогуляться? Давайте. Ранга, будешь? Мы круг почета сделаем. Если что, буду признательна за лошадью, приглядишь. Она вон там привязанная стоит, дымка. Если тебе удобно, перепровяжи ее сюда. Пойдемте. Какой у вас круг почета? Откуда он начинается? Вот отсюда и туда. Пойдемте. Да. Да уж. На каком вопросе мы сами остановились? О том, что вы делаете вид, что вы не знаете друг друга. Да, приходится. Ну, почему? Ну, Рона видели. Да, а что с Роном? Вроде целый. Вроде целый, да. Хадсону готов глотку перегрызть. О, ревность маленького мальчика. Это нормально. Да, нормально. Я, в принципе, была готова к чему-то такому. А так и всегда, наверное, было. Рону нужно найти девочку. Чтобы он переключился. Да, да. Пойдемте да. На станции посидим. Пойдемте. Здесь. Как раз проверю. Или не проверю. Ладно. Мне по-хорошему надо мистера Хадсона обучить, так сказать, швы накладывать, привязки правильно делать и все это. Я думаю, вам стоит Рону объяснить, что ваша личная жизнь – это ваша личная жизнь. Она ему не принадлежит. Он мальчик уже, так сказать, взрослый. Ему пора задумываться. Сколько ему лет? 17. Весной будет уже 18. Ну, ладно, не о семье, но хотя бы о подружке задуматься можно. Да, я помню, мы как-то заводили с ним разговор на эту тему. Его как-то это не особо что ли интересует. Он весь такой важный в работе.
Зато моей жизнью чересчур обеспокоен. Ну, это как бы неправильно. Да, знаю. Вы быть, его мама и должны ему объяснить. В чем-то и моя ошибка. И ошибка родителей, потому что его сильно залюбили, он всегда был при нас. Ну, слушайте, пока еще не все так поздно. Я думаю, можно еще что-то решить. Просто дайте ему пожить одному. Ну, пожить чтобы одному. У него были свои обязанности, свои дела, свои друзья, своя любовь. Слушайте, я как-то даже об этом не задумывалась. Это хорошая идея. А потом в какой-нибудь момент вы ему скажете: а я против. А мне не нравится твоя подружка. Я против твоей невесты. Будете говорить, какая она плохая хозяйка. Как она не подшивает, там, не знаю, юбки, штаны, рубашки ему не подшивает. Потом он поймет. Ответить той же монетой, это на самом деле, может быть, и вправду. И еще вы должны ему дать понять, что, ну, как бы вы. Вы достаточно молодая еще женщина и заслуживаете какой-никакой любви от мужчины. Любовь ребенка к матери – это одно. Когда у вас мужчина, он за вами ухаживает, любит вас – это другое. Он неужели не хочет, чтобы вы были счастливы? Задайте ему этот вопрос. Проклятый, да, проклятый свой. Слушайте, миссис Фетчер, а у вас в доме еще кто-то живет? Преподобный Янг, но он, как я поняла, уезжать собирается. Слушайте, я, конечно, не хочу наглеть, но что если, например, я какое-то время поживу у вас, буду там вам помогать с вашим хозяйством, да и, думаю, врач под рукой. А Рон поживет один? А Рон поживет один в доме, да. Ну, почему бы и нет? Давайте. Хотели социалки, сейчас будет, блядь. Подучить там, как и привязки делать, и обрабатывать ранения, швы накладывать, если захотите. Всякое может случиться. Я подумаю, ну да. Да. Хорошая идея. Я не против. Замечательно. Ну, тогда, наверное, я сегодня... Готовьтесь к различным слухам. Да, знаете... Потому что я уже наслышана, как мы с вами не то чтобы не по-дружески поцеловались. А еще я, кажется, что я не женщина, а мужик. И мы с вами занимаемся другими делами. Да, люди очень любят все интерпретировать так, как им это угодно. Забавно, если честно, было это слушать. Я даже не обиделась, как это смешно аж. Да, я тоже очень смеялась, когда это услышала. Кстати, знаете, от кого я это первым услышала? От кого? От мистера Хатсона. О! Вопрос мне задал напрямую. Вам хотя бы напрямую, а мне так пришли. Начали предъявлять. А потом я проходила мимо и слышала, как они обсуждали, как мы с вами не только обнимались. Да. No. Поэтому будете у меня жить, готовьтесь.
Ну, зевакам же тоже какое-то развлечение. Естественно, а куда без этого им? Конечно. Как же? Так. Ну, договорились. Думаю, самое время сказать об этом Рону, да? Или вы как? Попозже ему скажете. А зачем время тянуть? Ну, правда, пойдемте. Вот там. Как-то, знаете, мне кажется, вы посмелее. Лошадь у него уже есть. А, вот да, тем более. Ну так вот, мне кажется, вы как-то более посмелее и более острее на язык, чем я, поэтому... Ой, не-не-не. Если вы сейчас будете присутствовать, вы должны... Я могу присутствовать, но вы должны просто ему сказать сами. Я это понимаю, просто я, наверное, что ли, увереннее себя чувствую. А то потом он будет еще и меня ненавидеть. Угу. Ну, сейчас пообщаемся с ним. Давайте тут завернем. У меня нет желания делать такой большой крюк. Какой кошмар. Парню хорошо. Да, он только что сказал, что у него доброе забрали утро. $7. Так почему он в офис не пришел с заявлением? Ну я первый раз вижу, что вот... Ну, господи, где... Ух. Мужчина явно хорошо ночь провел. У меня для тебя интересная новость. Что за новость? Я вот так вот поразмышляла. Угу. Кое до чего додумалась. Мне кажется, тебе это пойдет на пользу. Не понял. Один пожить не хочешь? Зачем? Ну как зачем? Самостоятельности понабраться. Меня ж рано или поздно не станет. Правильно? Правильно. Вот, посмотришь, каково это жить одному. Это очень полезно. Знаешь, я бы пожил бы один, но не сейчас, не в этот период, когда у тебя идет болезнь, и при этом ты слабая. И при этом, учитывая то, что я тебе делаю ежедневно компрессы. Тебе, ты не забываешь про это? Есть, что помогут. Кто? Миссис Флетчер. То есть ты решила... Да-да-да-да. Пойти жить к мисс Флетчер? Ну, вот... Как раз мы там... Знаешь, я и с хозяйством ей помогу. И... Может быть... Подскажу ей чего в врачевании. Это полезно будет ей знать. И я тоже ручками потрогаю жизнь другую. И не только жизнь. Мальчик взрослый. Пора. Хотя бы недельку. А там посмотрим. Да. Надо еле мне эти проверки на прочность, если честно. Ну, надо же. Хорошо, во всей этой цирковой идее играет какую-то роль Хадсон. Какую роль он играет? Я его имени не называла. Нет, вообще, он будет как-то участвовать во всем этом цирке. Ну, тогда иди же с мисс Флетчер. Хорошо. Рен нас прирежет. Тоже не бойся, общайся с кем-то.
Знаешь, я не боюсь остаться один, учитывая то, что большую часть времени я провел один. Ну, ты знаешь, это ты это когда такое было? Ну, знаешь, приготовить себе поесть, я не боюсь. Можете одному и только приготовить покушать. Думаю, что я один не справлюсь. Нет, я так не говорила. Мы просто посмотрим. Тебе это полезно, опыт. Все-таки пора уже. Знаешь, я бы говорю, я бы проверил бы это, если бы ты бы не лихорадила бы. Ничего страшного. Я смогу о себе позаботиться. Я ж как-то до этого половину своей жизни без тебя прожила. Да, только до этого ты так не лихорадила. Или ты... Я когда-то тоже болела. Думаешь, я первый раз заболеваю? Я так понимаю, то, что ты решила отыграться на мне за то, что тебе сказала бабушка и дедушка? Понятно. Самостоятельно. Никто на себе не отыгрывается. Тогда какой смысл? Что за тон? Рон, перегибаешь палку? Нет. Да. Я просто не понимаю смысла в этом всем. Я тебе объясняла. Ну, раз ты меня считаешь 12-летним, то ладно, хорошо, езжай. Давай без глупых обид. Какие обиды? Никаких обид. Да, я вижу. Работать ты тоже не будешь? Я один тут. Работать я буду. Чего ты взял, что я работаю? Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну как? У тебя же теперь будет работа еще и на ранчо. Ну, буду помогать. Миссис Флетчер одно второму не мешает. Не дай, блядь, подслушивать стоит. Я не держу, ты сама знаешь. В районе около 2 часов ночи я находился у себя на ферме. Знаю, милый, знаю. Мне кто-то закинул камень в окно. А после... Хорошо, да, камень в окно. Тогда мы с тобой договорились. А после, буквально спустя несколько минут, у меня на пороге стоял мистер Картер. Когда я его спросил, что его привело ко мне столь поздний час, он... Людей не приходило, пока сказал мне, что хотел бы знать у меня, не видел его мистера Ки. Мне это показалось подозрительным, однако мы вместе с ним обошли территорию вокруг моей фермы. Никого так и не обнаружили. Так. Ага. Просто хотел, чтобы вы это знали. Ну, как раз то, что я получился. Возможно, мистер Картер... В общем, я вас понял. Пойду выведу платье. Где Рони? В конюшне. Я не видел, чтобы... Рони сказала Рен, что она будет жить у меня. У них тут диалог был. Выяснятельный. Хочу придумать, так хоть стой, хоть падай. Ё-моё, женщины. Доброе утро, миссис плохо? Флетчер. Доброе утро. У вас отличное настроение, как я посмотрю. Ну так, да. Все хорошо у вас на ранчо? Да, а у вас? Ну вот, сегодня ночью кто-то кинул мне камень в окно. О. А спустя 2 минуты я обнаружил себя на пороге Картера. Так, это он кинул? Не знаю. Вы у него спросили? Ну, естественно, он сказал мне, что пришел узнать у меня, знаю ли я, где находится мистер Пи. Мне это тоже показалось странным, потому что вроде как это он на него работает, а не я. Слышал? Да. Мне снова отобрали коня.
Мне кажется, или над вами кто-то прикалывается? Я не знаю, видимо, Господь решил, что мне конь не нужен. Да. Очень интересно. А где же вы его оставили? Я нигде его не оставлял, меня на него, собственно, заставили слезть с него. В смысле? Вы просто ехали на лошади и вас заставили... Алиса! Это было возле высохшего ручья, где, знаете, мельница. Где красная? Господи. Я не знаю, это ночью было. И там один человек был или сколько? Да, в маске такой, шляпа такая, типа котелка, и это, ну и с оружием весь в черном. Интересно. А пальто у него не с красной подкладкой было? Там, по-моему, вообще пальто не было. А вы мистер... Скажите, пожалуйста, это произошло не чуть ли сразу, когда вы уехали от меня? Ну, да нет, я поехал сначала в другую сторону, потом начал возвращаться. Ну, где-то, поехал... наверное, минут, ну, так, 10 прошло максимум, да? Ну, может быть, 20. И вот пока до города дошел, уже рассвет наступил. Котелки. Рост где-то как у вас, да? Ну, может быть, чуть-чуть повыше меня. Может быть, да, чуть-чуть повыше. А у него был лук? Нет, у него был револьвер. Только револьвер, да? Угу. Дело в том, что я видела человека, который проезжал мимо моей фермы, остановился по нижней дороге. Ночью, да. Он остановился, я когда смотрела в бинокль, увидела лошадь, похожая на вашу, в сторону Сен-Дени ехал он. Вы можете об этом сказать шерифу? Помощнику шерифу. Пойдемте, пожалуйста. Помощники у себя есть кто? Да. Миссис Летчер кое-что видела, разрешите? О, это чудно. В общем, видела человека, ну, ночью, предположительно, минут, наверное, через 10-15 произошло после того, как данный человек уехал. Как мистер Ганна уехал из города. Ну, вот. Я уехал с города и... Я была на ферме у себя. По нижней дороге возле болот ехал человек. Ехал на такой же лошади, как вот, да, мистер Ганна. В общем, я посмотрела в бинокль, там этот человек остановился на дороге, он смотрел на ферму. Он был в черном плаще с красной подкладкой, на голове котелок был, весь в темном. Он стоял, смотрел. Я достала оружие, потому что думала, мало ли сейчас рванет. Вот. Ну и потом он поехал, в сторону Сен-Дени. А потом через какое-то время здесь приехал мужчина в красном, в черном пальто с красной подкладкой, с этим луком на плече, тоже шляпа-котелок, и он прибежал со стороны Сен-Дени, и мы там слышали около 4 выстрелов, о которых я вам сказала. О, это который там сейчас у конюшен бегает, да? Возможно. Так, черный плащ, красная подкладка и котелок. Да. Еще что-нибудь известно? Нет. Мне просто только что сказали, что лошадь опять украли. А я... Мне описали человека, а я сразу вспомнила человека, который ехал по нижней улице на ферму. Слушай, хорошо. Спасибо. Да не за что. Господи, где Рус? Да. Вы что, видели этого человека в городе?
Где она? Где она поехала? Ну, знаете, ну, может, за 2-3-4 часа до рассвета, я точно не помню. 3-4 часа до рассвета. Господи, еще и Картер. Сколько людей, где, черт возьми, рост? Где Нэши? Домой уехала она. Еще и Картер. Парень, конечно, зря одел это пальто с красной подкладкой. Если бы он оделся как Николас, блядь, его бы хрен спутал с неписями. А так это пальто слишком характерно. Нет, я не считаю, как. Ты не похож на того человека, который мог бы скоро пойти на ограбить. Но мне просто интересно, что тебе произошло. Да, я не знаю, как убрать его. Ну, сейчас посмотрю. Сука, блядь! Ну что, Серёж? День! Эта хрень, блядь, не работает! День! Нахер, блядь, просто. Можно это починить? Ну, это не видит никто из админов. Можно это починить, пожалуйста? И почему об этом никто не пишет, блин? Да уже заколебала эта хрень, она уже настолько часто начала происходить, что, ну, типа, алло, ёлки зелёные. Я просто думаю, что, наверное, просто никто на это не обращает внимания. Задолбала. Да ладно, да я прям сейчас могу. Мистер Джей Джей, я сейчас вернусь. Да, конечно. День добрый, миссис Флетчер. Добрый. Вас искал мистер Райт, и он говорил, что поехал на ваше ранчо. Райт, вспомнить, кто это. А, поняла, спасибо. Спасибо. Нифига, Серёжа, не бывает, блядь, долго стоишь, и нихера, и минутка не помогает порой.
Да, я поняла, да. У меня уже закончились консервы. Просто, блядь, поеду сейчас в Blackwater закуплюсь. Ты сейчас повеселимся, погоди. Где Нэша? Вон, погнали, наверное, через молоко отвезти, да. Нахуй, собак. О, вот работничек. Добрый день. Добрый день, мисс Лачиха. Как ваши дела? Да, вроде неплохо. Ясно. Это хорошо. Ну, вы на ферму? Скорее всего, да. Сейчас заеду в одно место. И на ферму. Вас подвезти так, или что? Да нет, я вас искал. Мне сказали, вы в городе, да вот. Решил заглянуть. Что тут творится? Непонятная ситуация какая-то с лошадью. Вам деньги сейчас отдать или... Ну, давайте. А вы потом как, здесь останетесь или на ферму поедете? Честно говоря, сам пока не знаю. Я в основном искал вас. Ну, думал еще в банк заглянуть, но... А мистера Пи что-то нету. Секундочку. $13, 12 центов. $13, 10 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 центов. Минус 50%. $5.25. Так, вам как, центами или долларами? Можете от центов потихоньку избавляться, все равно в банк их отнесу потом. А, хорошо. Так, вот. Угу, да, где-то так. Что ж, так, я тогда поеду на ферму, мне сейчас просто надо людей найти. И... Кстати, никого не видели на ферме? Приходил мужчина поработать. В светлом. Угу. В светлом пальто. Я, к сожалению, забыл, как он представился, но сказал писатель. Да, 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 да. А Нэша, вы не видели мать и сына? Честно говоря, нет, не видел. Угу. Вот я их ищу. Ну, к сожалению, здесь я вам помочь не смогу. Что ж. Ладно, я тогда поеду, поищу их, еще встретимся с вами. Да, обязательно. Удачной дороги. И вам аккуратнее здесь. Чё-то он такой хорошенький. Слушай, ну ему реально повезло.
банк-то частный. Если сейчас, типа, мистер Пи, получается, уехал, то... Как в Свите, да. Мисс Нэш! А куда делся тогда, господи, опять Майкл, Рон? Потому что это здесь, а Рон где? В своей лошади. Я говорю, если Рен, Рони здесь, то где Рен на своей лошади? Пробуется такую погоду, прям как надо. Знаешь, надо на каких копов пойти, короче? На шерифов, типа, которые этот...
Ему сказали, да, по описанию, типа, вот он подходит, типа, вот, точно, точно этот. И ты такой, типа, берешь без разбирательств. Сейчас. Такой берешь, типа, это ты, блин, падла, коняс, воровал, да? На тебе, признавайся, падла, на-на. Тот такой, да не я, это, блин, что вы это? Я что тебе сказал? Ты, падла, признавайся, где конь, где конь? Где, все, продал, да? Вот такого. Да, который подгоняет лицо человека в отрезание. Да, сломаю? Да, 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 да. Тут такой... Слушайте, но ведь у него был сломан нос. Ну? Ну, а этого не сломан нос. Да? Да. Да, сейчас подожди. Только берешь, да, типа затылка, баха, об стену, либо с кулака нос разбиваешь. Ну вот. Сломан, был сломан нос? Да. Вот сломан нос, да. Блядь. Опа. Так, так, так. Дать посрать. Миссис Флетчер? Да. Вы пропали? Ой, извиняюсь, да, я там документы разбирала. Да не, я просто... Угу. Что такое, Рон? Так, тебе дать с собой какие-то отвары или что-то в этом духе? Не, не, не нужно, я взяла. Ты уверена? Сколько уверена. Ты с собой бутыльков взяла? Пока что парочку. Я, если что, подойду к тебе. Ладно. Мисс Флетчер, если у нее начнется холодный пот, либо же если у нее может еще повыситься температура, она будет дрожать, вы обязательно ко мне приезжайте. Мне по-хорошему выспаться просто нужно. Хорошо. Вот. И это... Она может иногда еще... Пойдемте, в общем, отойдем. А ты стой тут. Пойдем. Стою! Стой. Понимаете, у меня мама, она очень мнимая, и у нее бывает так, то, что она может не доедать что-то, либо же она там будет как-то скромно себя вести, особенно там насчет еды, либо же насчет воды. Вы просто, напоминайте ей про то, чтобы она ела, ладно? Вот, а то ладно. Она может не доедать. Слушай, ты с ней что, прощаешься, что ли? Нет, я просто беспокоюсь, потому что сейчас, на данный момент времени, она болеет, и я стараюсь ее держать по графику с едой, водой и лекарствами. Вот, и именно поэтому я думал, что это плохая идея, поэтому, если что-то будет не так, приезжайте, зовите меня, я с ней разберусь на этот счет, как ее вылечить и как остановить, возможно, какой-нибудь приступ, который может быть, потому что иногда у нее горячка бывает. Да. Хорошо. Да, вот. Да, да, прям жесть. Я в любом случае буду приезжать, спрашивать, как вы там, все ли нормально, вот. Хорошо. Вот, а то насчет ее состояния здоровья я беспокоюсь. Ладно, ладно, не переживай. Ладно, тогда все, тогда не буду отвлекать вас. Давай, удачки. Угу. Не забудь компресс себе сделать. Тапочки обувь. И поесть. Да, я помню. Чё? Езжайте. Угу. Чего он там рассказывал? Чтобы я делала все с вами как за маленьким ребенком. Да-да-да.
него какая-то гиперопека за вами. Естественно, кстати, тут можно личную жизнь наладить. Я тут ее без детей не могу наладить. А у вас так вообще. Да. Всякое бывает. У меня сейчас немного голова болит, поэтому если вы не против, я... Мы приедем, я вздремну хорошо. Ну ладно, хорошо. Бля, я тоже, да, на нее смотрю. Вы скажете, с чем там вам в основном нужна будет помощь, и будем разбираться. Кого? Ну да, у твоей прям вообще жопка-жопка. Нарфольских, да, прям жопа круглючая. Если будете отдыхать, хотите, можете лошадь в загон поставить. Да, хорошо. Вот это я сделаю. Всё, я у нее спрошу, она типа спать будет? Ну, типа выходить будет еще? Так, в принципе, если хотите, можете прилечь на мою кровать пока что, там разберемся потом. Угу. Хорошо, да, спасибо. Кушать не хотите? Не, не хочу, не хочу, спасибо. Вы тогда отдыхайте, и не буду вас беспокоить. Да, спасибо вам большое. Да не за что. Хорошего дня. И вам. Чашка, Сережа, чашка. Сережа, чашка. Блять. Всему дому, где что? Может поехать в Сен-Дени накупить этих в
Может пойти накупить консерв в Blackwater, блядь. Кофейников, да! Кофейников. Так, блядь, тогда посмеялась прямо от души с этими кофейниками. Блять, я ему тоже центами заплачу. Надо центы сбагрить, блин. Сразу мелочная. А, да, мелочная, я поняла, смысл. Поняла. Мелочи плачу, да. О! Вы все? Слышал. Угу. Я закончил. Ага. Запрыгивайте, я вас подвезу. Ага, спасибо. У вас тут работал мужик один. Который на повозке? Повозку не видел. Ну, его повозка здесь стоит. На Д как-то было. Ну, он, по-моему, у него такая зеленоватая жилетка, да? Да, да. Угу. У него с одним глазом. Да, да, да. Кстати, этот земляк, не знаю. У меня там, ты тут, не тут, у меня там заролилась еще одна белая лошадь. Тоже не очень хочется ее продавать. Мистер Нэш, они... Но она, не, она к аукциону не успеет. Она к аукциону не успеет. Не будет готова, блин, да. Нэш, миссис Нэш у меня отдыхать легла, она приболела. А сын ее в городе. А что с миссис Нэш? Не знаю. Застыла, наверное. Как-то не интересовалась. Все забываю лошадь покормить. Вот, короче, норфольский рысак белый будет, блин. Он тоже вроде как такой симпатичный. Он похож на дымку. Завтра, наверное, у вас будет работать мистер Ган. Потому что я завтра сыну. Кстати, надо заролить девочка или мальчик. Будет хорошо, если девочка. Он мне сказал, что вы через день... Работаете? Да. Мистер Моксли? Здравствуйте. Доброго дня. Так, у вас... я здесь, да? Можно, да, здесь. Ага. Ага. Спасибо. Да, не за что. А, можно это... А, я не рассчиталась, да, я хотела... Да, да, да. Я вам деньги отложила и... Предложила сразу сесть на лошадь. Я вам только вот так вот, а то никак не разменяю, ага, в банке. Хорошо, хорошо. Извините. Спасибо. И вам спасибо. Мне еще скажу. Мистер Райт. Да. Скажите, пожалуйста, вы не видели мистера Джеда сегодня? Нет, нет. Ну, типа, да, ну а что делать? Флетчер, вы не видели кого-нибудь из законников? Господи, нет, ну тут был один всего лишь этот, как его, законник где-то ходил. Видимо, опять разбирается насчет пропажи лошади. А что случилось? Я не знаю. А, да так, поймали одного. Господи, кто это? Да, это мистер Ган.
Понятия не имею, но кажется, тот, кто вчера на нас напал. О, господи. Твою мать. О, запах. Ёб твою мать. А вы искали законников-то? Или только здесь были? Я без понятия, где сейчас законники. А он мертв или что с ним? Да, он мертв. Он мертв еще? О, ну, тогда если он мертв, что вам спешить тогда? Ну, давайте я в салоне гляну, может, они в салоне. Да только что там был. Законники разве не должны были ехать узнавать по поводу пропажи лошади рубашки? Вот, да. Я без понятия, где должны быть сейчас законники. Наверное, на своем месте. Ну, как минимум один точно должен быть в городе всегда. Да, ну вроде как у них на службе сегодня один был законник. Дежурный сказал ждать мистера Росса или Шекельфорда. Ну что ж. А что это за мужик у вас? У него спросите. Так он уже мертвый. Или он все-таки вот живой? Думаю, нам лучше привязать своих коней. Кошмар какой. Можно возле аптеки. Я первая. Дама вперед. А ты, Николас, объезжай. Да уж, ну и денёк. Я надеюсь, хотя бы этого не у вас завалили. Я не знаю, погодите, надо спросить. Не, ну, вроде я как уехала только что. Слушайте, а где вы, ну, где это все происходило, ну, знать бы хотя бы. Недалеко от пшеничной фермы. И в подлеске. Черта себе. Понятно. Вчера на нас напал, мы его отогнали. А вот сегодня, видимо, вернулся мстить. И мисс Флетчер, нужна будет ваша помощь потом. Он ранил одну из наших лошадей. Поняла. А куда ранил, не смотрели? Пока нет. Возле лошади есть кто-то? Там Джеймс должен был остаться. Ну, я не знаю, у меня там сейчас просто друг как бы кровью истекает. Я его в первую очередь привел. А где? Ну, его лечат? Вы нашли врачей, да? Мистер Хадсон в своем номере лечит. А мисс Нэш нету. Ну, мисс Нэш, ладно, а сын ее должен был быть здесь. Его я тоже не нашел. Что творится? Картер. Ты что, ты что, тоже попал опять в передрягу?
Просто сижу. Охереваю тихо со всеми. От него ужасно пахнет. Поработал. Может его назад перенести? Пусть этим помощники занимаются. Он уже весь, как бы помягче сказать, испорожнился. Да. О боже. Еб твою мать. Картер, хочешь заработать доллар? Я не понесу его. За это мне нужно минимум 10. Такое обусловное тело. Ни хрена себе. Нет, ну случайно не с золотой ложечкой в заднице родился? К сожалению, нет. Если я родился с ней, то тогда мне не нагрели на 7 баксов. Не, ну если хотите, мистер Моксли, может, вы его перенесете, я вам заплачу доллар. Не забывайся, парень. Ну вот. Грязные деньги, да. Все мы в равном положении. Да. Ой. Ладно. Может сходить хоть к дому сменить? Строй дом. Зачем? Ну он же сказал, что у него там друг от крови истекает. Он уже у Хатса. А у нас с какого момента Хатсон стал доктором? Он полевой врач бывший. Он же вроде как 13 лет ЕДСМ отпахал. Я имею в виду в качестве шерифа. Помощник. Не в Сен-Дене, а в Блэквотере думала купить консервы. Сейчас туда ехать, в смысле нет. Получается, что все, персонажи Грега грохнули, блядь. Уже заберете вы или офис шериф, что чтёт нужно. What in God's name are you doing? Evening. Мистер Ростон. Здравствуйте, господа. Что? Вчерашний гость, точнее его тело. Нет, серьёзно. Мистер Картер, я все, конечно, понимаю, но я могу со мной вопрос. Если что, помощников попросите его нести, потому что он обосрался. Да я с... блядство. Слушайте, а может его на веревке протащить? Ну, лассо. У меня есть. Зацепить его и дотащить. Чего, блядь? Тащить его просто... Ну,
Тогда никому не придется к нему прикасаться. Да насрать, сейчас переоденусь. Будете а брать? Действительно вчерашний. Ну а чё остается? Может, все-таки на лосо его? Ну что, дежурного хотя бы попросите, просто и все. Какого дежурного, блядь, я тут один? Дежурного, нахуй. Сейчас приду. Ясно. Мистер Хэкин, достаньте всего. Миссис Флетчер. А. Вы знаете, что это за человек? Нет. Ладно. Кто он? Все-таки это не простой работяга, Джоэл. Ну, видимо, нет. Good evening. Еще телегу отмывать. Oh, dear, I shouldn't laugh. Вот это да, вот это оружие. Ну да. Ну, снимает с него, что там у него есть. Все вещи пропитались дерьмом. Отлично. Ох, еще и карманы ощупал. Он мертвый, они его убили.
Он что-то там отписал, что типа у него какой-то то ли харчок, то ли что-то и другое. Я, честно сказать, очень страшно даже спрашивать у него, что, блядь, с ним отыграли. Надеюсь, что в него просто плюнули. Ох, мать моя, что за сборище? Мистер Гасс. Да-да. Мы можем с вами обсудить предложение. Ну, давайте, конечно. Клуб замечательный. Так, я офис сейчас выложу. Хочу заказать у вас... Развлечение Джей. Такое, видимо. Джей-Джей. Да? Ты ведь знаешь Романа, да? Ну да, в курсе о нем, а что? Ага. Да нет. Оставайся тут тоже, скорее всего. Джилл. Тебе это мясо не надо? Да, нет, спасибо. Жуткое зрелище. Да, жуткое. И все смотрят. И воняет не лучше. Кто-нибудь его знает? Не знаю. Вот уж не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Кто-нибудь позвал священника? Его нету. Ого. Очередной труп. Мистер Хадсон. Да. Да, сколько вам всего города? $6. Да, жуть какая. В нашем городе уже плюнуть нельзя, чтоб в тебя пулю не пустили. Мистер Хадсон. Очередной труп очередного придурка. Фу, ну и воняет же от него, он что, обосрался перед смертью? Именно какая так. Актерская игра? Слабак. Ну или хотя бы не стоило жрать перед тем, как умирать. Рос, так вчерашняя лошадь оказалась украдена, да? Да, скорее всего, этим человеком, по описанию он подходит. Значит, все-таки это только на кратце. Ну, как тебе сказали, да. Ну, слушай, ладно. Ой, черт возьми. А что за столпотворение? Это все на труп посмотреть еще, да? Видимо, так. Скорее не на труп, а на то, как его убирать будут. Ну да. Мистер Хакет, знаете, на самом деле для мистера Ластуана было бы приятно, если бы вы зашли. Может, пойдем в салон? Обсудили все. Ему сейчас нужен. Да, мисс Флетчер. Да. Прошу прощения, вы не видели докторов? Нет. Мисс Нэш болеет, а с этим младшей не знаю, куда он делся.
Ясно, ясно. Благодарю. Да, не за что. Вы как к дальним поездкам относитесь? Смотря с какой целью, а что? Мне необходимо найти редкого зверя, а для этого мне нужно отправиться эдак в Амбарино. Ого. Вы как вообще с путешествиями? Я вам, конечно, не обещаю комфорт, но там не соскучишься. Я подумаю, будет ли у меня время и возможность. Подумайте, а то я хотел бы сегодня или завтра отправиться. О, нет, я... Так не получится, потому что у меня скоро распродажа, господи, это аукцион лошадей. Будет странно, если вы будете продавать лошадей в Амбарино. Да, нужно будет подготовиться, поэтому я не успею. В следующий раз, когда у вас не будет, так сказать, продаж, а у меня будет очередная поездка. Угу. Ладно. До встречи, мисс. До встречи, да. Бля, молоко никто не таскает. Так, сейчас я минутку отлучусь.
Так, я здесь. Мне вот интересно, насколько мы, блядь, нужны здесь? Может, я пойду в Бубдова поиграю. Умничка. Боже мой. Так. Короче, ребята, я пойду. Что-то, блин, у меня последние дни вообще какая-то такая... вялость. Я же лошадь поставила, да, в загоне? Да. Сейчас я молочко переставлю. Оп, никто этого не видел. Надеюсь, нежданных гостей сейчас не будет. Ага. Так. Кое-кто тут собирать начал. Молочко. Складзировал. Ну, персонажа Грега вывели, понятно, интересно, интересно. Интересно, расстроен он или нет. Рассчитывал он, что он быстро так того самого или нет. Да? Прикольно. Ну вот тебе и пожалуйста. Вот и сработало. Ну, слушай, почему, ну, блин, тут всему краему так на самом деле. Не, ну, кроме Исполина, походу. Так что, как-то так.
Ладно, пойду-ка я, наверное, блядь, не знаю, отдыхать, что ли. Каждый день причувствую. Ну, он знал, что он идет на край. У него, тем более, он вот так прям краймил жестко. Поэтому тут, в принципе, логично было, что что-то такое случится у него. Так что все, давайте, котики, моркотики. Всем до завтра. Покедова. Да, говорили, что подыгровок нет. Значит, надо быть готовым к тому, что тебя. И все. Ой, все, давайте, ребят, до завтра. Спокойной ночки.